Со своими проблемными вопросами к главе района можно обратиться не только на сходах граждан, но и на личном приеме. По некоторым обращениям Роман Синеговский лично выезжает по адресам, чтобы на месте разобраться в ситуации, найти пути ее решения. Глава района встретился с жителями улиц Крепостной на участке от Советской до Набережной и Маломинской от Школьной до Советской. Обсуждали вопросы грейдирования дороги на Крепостной, упорядочивания движения транспорта по участку Маломинской, где в нарушение маршрута на высокой скорости стали ездить городские автобусы малой вместимости. Было решено провести проверку работы водителей на городских маршрутах по направлению в Кубриз, изучить вопрос об установке искусственных неровностей на дороге по улице Маломинской, а также в течение 2 недель выполнить грейдирование с подсыпкой щебня на участке улицы Крепостной. Вычистим грязь, засыпем щебнем, прикатаем, разровняем. Также Роман Синеговский побывал в юго-западном микрорайоне по обращению жительницы переулка Широкого. Здесь проживает многодетная семья, в которой есть дети-школьники. Микрорайон новый, застройка в нем пока еще только начинается. Для того, чтобы ребята могли в любую погоду проходить к остановке на улице Пролетарской, требуется тротуар. Также заявительница просила ускорить строительство водопровода в микрорайоне. Роман Синеговский дал поручение специалистам ЖКХ в ближайшее время отсыпать тротуар в гравийном исполнении по переулку Широкому. Что касается водоснабжения, то эта работа, как и строительство других инженерных сетей в микрорайоне, выполняется по программе планово, рассчитана на несколько лет. Такие выезды Роман Синеговский проводит еженедельно по итогам каждого приема граждан. Напоминаем, что прием граждан главой района проводится по пятницам с 8 часов утра в администрации района, а также каждую последнюю субботу месяца в шахматной школе «Белая ладья». Запись на прием по телефону 4 11 12.